Видео содержит спойлеры. Мама, хватит меня пилить! Я сижу без денег, потому что не могу найти работу! Ты сидишь без денег, потому что надо было учиться на юриста, а ты попёрся учиться на преподавателя старославянского языка! Вообще-то все профессии нужны и важны, ясно? Ага, особенно твоя, в Корее! Пап, ты же обещал мне подарить на день рождения последний iPhone. Извини, доча, пришлось взять прошлогоднюю модель. Но это же дохлый енот! Если не нравится, ходи в школу с кнопочным алкотелем, ясно? Не, ну дохлый енот, так дохлый енот! Здравствуйте, я нереально горяч. Согласны? Да нет. Ну может чуть-чуть. А не желаете сыграть в игру с серьезными ставками? Не, хватит с меня азартных игр, мне о дочери думать надо. Но вы можете выиграть 50 лярдов. Да, конечно, вас там могут убить. Охренеть, я согласен. Но вам же нужно думать о дочери. Думать о ком? Уважаемые игроки, а кто первым добежит до финиша, сможет в качестве приза заглянуть под юбку нашей гигантской секс-робо-вайфу-куклы. Итак, начали! Хоть я в платье, но меня звать Нурлан. Ух ты, не-не-не-не-не-не-не. Дед, ты-то куда? Идиоты, на ней не платье, на ней сарафан. Ой, не будь таким геем, Доксу. Поздравляем с прохождением первой игры. Следующая игра начнется завтра. Но мы хотим уйти, пожалуйста, отпустите нас, у нас семьи. Хорошо, вы свободны. Че, неужели так просто? Разумеется, мы же не звери какие-нибудь. Сейчас подвезем вас прямо до автобусной остановки. А че, до дома подвезти слабо? Мне пачку Винстона синего и Сникерс. Мужик, мы, блин, вообще-то. Полиция Южной Кореи, нам, по-твоему, заняться больше нечем? Да у вас тут 500 человек пропало, а никто даже не чешется. Пакет большой или маленький? О, треугольник, брат. А не подскажешь, где тут туалет? Окей. Понял. Квадратец, может тогда ты мне подска... ребят? Ребят? Ёбные вы умпа-лумпы. Слышь, Цыпа, го к нам в банду. Банда, а знаете ли вы, что ваш босс обычный телефонный мошенник, и что член у него 5 сантиметров? А еще что дома он пользуется розовым лаком для ногтей, носит женские трусы и имеет обширную коллекцию деревянных дилдо на все случаи жизни. Этот оттенок лака называется фуксия, ты стервозная шлюха! Я дико извиняюсь. Тут, кажется, кто-то сказал... Стервозная шлюха? Джесси, не отвлекайся! Йоу, мистер Уайт, а вам не кажется, что мы уж слишком шифруемся? Закрой свой рот и продолжай варить, Джесси! Дорогие гости, сегодня мы решили вас побаловать. Наши волонтеры специально съездили ночью на континент и закупили эти вкуснейшие сахарные печенюшки к чаю. Угощайтесь и приятного аппетита! А чё, овсяного не было? А тесто этих печенек такое нежное, что если бы они были женщиной, то застонали бы от одного вашего прикосновения. Как скажете тоже, конечно. Да кто поверит в такой Гихун, твою мать! Господа, вы прошли уже две игры. В награду на ужин сегодня вас ждут макароны. Офигенно! Макароны! Еще перед сном мы покажем вам кино. Круто! Халявное кино! Также сегодня вам разрешается ночью убивать друг друга с особой жестокостью. А на утро мы приготовим вафли. Что, простите? Вафли. Для следующей игры нам понадобятся мускулы. Команда у нас и так дно полное. Так что женщин больше не берите, окей? Ханцебёк, ты меня поняла? Да поняла, я поняла! Ну, надеюсь, и правда поняла. Слушай, Ханцебёк — гениальная мошенница. Она точно придумает, как привести в команду брутального мужика. Она же еще не совсем дура. Чё она? Гона! Ханцебёк, какого хуя? Не переживай, молодежь. Мы выиграем в перетягивании каната. Ведь у меня есть стратегия. И какая, интересно? Я увеличу вес нашей команды. Это как же? Я наделаю... штаны! Старый, этот факт не только не увеличит вес нашей команды, но и умножит на ноль всю ее мораль! Да вы просто не шарите! Дед, даже не вздумай! Мне стоять сзади тебя! Не могут обосранные штаны помочь в перетягивании кана... Никому ни слова о том, как мы победили! О господи, он не дышит! Здесь есть врач! Ким, иди ты в жопу со своими шуточками! Слушай, старый, нам нужно сыграть! От этого зависят наши жизни! Отстань, шкет! На дворе 5 утра! Мне надо ехать в поликлинику! Где там моя тележка с сумкой? Старый, блин, ты задолбал! Кот! Royal Flash! А в игре в шарики... Вообще, есть такая сильная комбинация? Угу! А вы меня точно не обманываете? О, увидишь в последней серии! Что? Что? И что нас сегодня ждет?
Мы покажем вам поистине уникальное зрелище, в котором обычные нищеброды будут со слезами и криками рвать друг другу глотки за солидное финансовое вознаграждение. Чё, прям как в «Пусть говорят»? Да, прям как в «Пусть говорят». Слушайте, если все, что нам сказали, это разуться и дойти до конца. Может, чтобы не упасть, будем держаться за железки? Или простукивать ближайшие плитки на звук? Ага, может нам еще вытягивать ногу вперед и пытаться разбить стекло ногой? Умник, блядь, нашелся. А ведь ты прав. Лучше уж порезаться, чем помереть. Кстати, ногу можно обмотать курткой и... Заткнись уже и начинай прыгать по гребаным плиткам, Гихун! Доктор, ничего не могу с собой поделать. Хочу научиться петь фальцетом и все тут. Ну, желание клиента закон. Готовы? Да. Let it go, let it go. Гихун, если со мной что-то случится, позаботься о моем брате. Не говори так, мы выберемся отсюда, вместе! Ага, то есть жить мне осталось минут 5, да? Ну, если быть точным, 3. Младший. Сейчас я убью тебя! Я тогда все. Маме расскажу! Сдавайся, Гихун, у меня есть нож! А у меня есть... На-ка! Что? На-ка! Ай, блять! Так, ну баланс проверил. А теперь банкомат. Вернуть карту. Пук! У меня лишь один вопрос. Почему? Потому. Сперва ты услышишь мою историю. Ладно, я удовлетворен. Слышь, в смысле? Эй, Ржан. Ержан! Ержан, вставай, э! Вставай, играть пора!